вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл. Без шансов для голкипера он отправил мяч в сетку. Браво! Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Отличный момент есть. И вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл. Без шансов для голкипера он отправил мяч в сетку. Браво! Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол. Пробил и технично, и сильно. И после его удара... Удар! И спасает тут игру. И удар должен последовать. И есть гол! Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол. Прекрасный удар головой, почти без шансов для вратаря. Потрясающий удар головой. Великолепный гол. Вратарь в этом моменте с голом ворота потерял. На повторе это хорошо видно. Ничего тут не оставалось, кроме как просто отправить мяч в... И это шанс забить! Ну же! Фантастика! Гол со второго этажа. Прекрасный удар головой, почти без шансов для вратаря. Потрясающий удар головой. Великолепный гол. Вратарь в этом моменте с голом ворота потерял. Забивать нужно! Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. И удар! Здравствуйте. Он накручивает соперников одного за другим. Пас на ход партнеру. Хороший пас на ход. Гол забивают. Эриксен. Вот так пас, Эриксен. Великолепная передача. Эриксен забивает.
приветствуем вас. Можно бить. Соряно. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Суриано. Пас на ход партнеру. И в разрез. Шикарно. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Шикарный момент. Это момент. Гол! Так, я... Прощает разрыв в счете. Слушай, а я думал, эта нога у него вообще только для ходьбы. Знаешь, я тоже, честно говоря, так думал, но вот сколько нам открытий чудных. И пробил игрок. Тем временем они сокращают разрыв в счете. Интересно. Пас на ход может быть интересно. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И... Мячом и продав... Увидел открывание впереди, делает... Себастьян Джовинко. Тут может быть опасно. Ох, какой гол! Как... Это шанс! Забивай! Это момент! Гол! Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал. И это должен быть гол! Гол, все-таки они забили. Опасно!
Мяч в воротах, и это гол. Подходит матч к концу, приходит... И гол! Этот гол мало что меняет, преимущество по-прежнему внушительное. Просто изумительная получилась комбинация, и выход один на один прекрасен. Это гол, который можно назвать голом престижа. Увы, но он уже ничего не решает. 6-2 счет. Тут может быть опасно. Надо забивать, и гол! Этот гол мало что меняет, преимущество по-прежнему внушительное. Просто изумительная получилась комбинация, и выход один на один прекрасен. Молодцы, не опускают они рук, хотя понятно, что отыграть отставание почти невозможно. Симпатичный гол забивает команда, но вряд ли он повлияет на итог сегодняшней встречи. И все-таки гол, но это станет слабым утешением, потому что времени восстановить статус-кво фактически не осталось. Будет штрафную подавать. Момент для удара. Великолепный гол! Молодцы, не опускают они рук, хотя понятно, что отыграть отставание почти невозможно. Симпатичный гол забивает команда, но вряд ли он повлияет на итог сегодняшней встречи. Здравствуйте, дорогие друзья! Потери и у соперников. Отличный момент есть! И вперед он! Здорово сыграли! Молодцы! Равный счет у нас, все заново начинается. Счет снова равный. Один. Может быть интересно. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Гол, 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 гол! Защитники знают, что угловые опасны и пытаются держать игроков, но поди ж ты удержи. Это больше похоже на домашнюю заготовку. Очень здорово разыграли угловой и отправили мяч в сетку. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Но здесь, казалось бы, все просто. Подача... В центр штрафной подан мяч. Майкон! Гол! 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 Защитники знают, что угловые опасны и пытаются держать игроков, но поди ж ты удержи.
Это больше похоже на домашнюю заготовку. Пол команды обыграл! Ничего себе! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять. Отличный гол! Классно сыграл! Без шансов для голкипера он отправил мяч в сетку. Браво! Есть удар, бей. Это старое футбольное правило, еще никто не отменял. Здесь футболист попал в створ и не прогадал. Отличный момент есть. И вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл. Без шансов для голкипера он отправил мяч в сетку. Браво! Надежды, конечно, умирают последние, но, судя по табло, надежды уступающей команды уже находятся в состоянии клинической смерти. Но это просто подарок для забившего игрока. Все было просто для него в этом моменте. Вратарь явно ворот потерял. Все, что... Пас на ход, может быть, интересно. Опасно! Гол! Надежды, конечно, умирают последние, но, судя по табло, надежды уступающей команды уже находятся в состоянии клинической смерти. Отлично сыграно, может быть опасно. А вот сейчас может быть... И смотрите, вратарь бежит в штрафную площадь соперника. И это удар. Красивый удар для пионерской правды, по выражению классика. Но уж очень неточно.